Подростки с 14 до 18 лет смогут поработать этим летом. На период летних каникул в Магадане трудоустроены 120 несовершеннолетних. Должности – курьер, рабочий, помощник озеленителя, вожатый и многое другое. В первую очередь это социально незащищенная категория граждан. В первую очередь программа направлена на детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Это сироты, дети, лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных семей, малообеспеченные, неполные семьи, подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Рабочий день в зависимости от возраста подростка от 2 до 3,5 часов, согласно Трудовому кодексу. Зарплата составит около 20 тысяч рублей, большая часть из городской казны. Кроме того, доплачивать будет центр занятости. Работа вообще несложная, нравится мне уже вот третий год сюда подряд летом. Записываюсь, работаю здесь. В детско-юношеский центр устроились 28 подростков, из них 7 в Эдельвейсе. В учреждении проводят интересные мероприятия для детей, а вожатые помогают в организации. Знакомства для ребят провели также в формате игры. Подростков привлекают и к масштабным акциям, как, например, забег. Мы в ростовых куклах развлекали детей, танцевали, устраивали разные игры, фотографировались, ну, помогали, расставляли палатки, разные там с детьми работали. Организаторы, как и педагоги центра, отмечают, без вожатых не обойтись. Именно благодаря подросткам удается провести все запланированные мероприятия. Они помогают с инвентарем, рисуют плакаты и многое другое. Также нам помогают наши работники, да, без них мы вообще никуда. Помогают в организации нам, в подготовке мероприятий также участвуют. Временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет на летний период в 2021 году организовано в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений терроризма и экстремизма на территории Магадана».